Друзья, я приветствую всех, кто заглянул в этот час на мой канал. Еще одна небольшая распаковочка. Пришла вот такая вот небольшая посылочка. Здесь у нас написано цилиндрические стики, палочки. Там у нас должно быть 6 штук. Огниво 6 штук. Обошлась посылочка 130 рублей или 2 доллара. Примерно 25 дней посылка ко мне шла. Сингапур, Сингапур. Давайте с вами вскроем и посмотрим, что нам пришло конкретно в данной посылочке. Зачем я заказываю огниво? Ну, во-первых, меня попросили, да и самому интересно было, как все это дело работает. Достаточно популярная вещь у выживальщиков. Они это используют в случае, когда, например, промокли спички в лесу. Можно извлечь, так вот, то есть пакетик и резиночка. Так вот, когда промокли спички, можно извлечь огонь без использования этих самых спичек. Кстати, резинка при распаковке порвалась. Додержалась до последнего, что называется. Так, ну да, 6 штук. 6 штук. Все верно. 6 штук. Ну, не тяжеленькая такая. Так, значит, что мы с вами делаем? Проверяем. Не переключайтесь. Давайте испытаем, как все это дело работает. Я лично первый раз это делаю. Мне очень интересно. В качестве трута я использую самый распространенный материал в домашних условиях. Это вата. Вот я хочу развести костер из этой ваты. Ну что ж, поехали, пробуем. То ли ножик не такой. Ну что ж, если честно, получилось далеко не с первого раза. Вот, пришлось достаточно сильно мне его потереть. Вот, ну, эксперимент удачен. Все, вам спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, писать грозные комментарии, репостить видео. Также не забываем использовать кэшбэк-сервис для того, чтобы сокращать ваши затраты. Всем счастливо, пока!